Россия заявила о готовности принять ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Германии. Эксперты утверждают, что Москва может рассмотреть возможность развертывания новых ядерных вооружений. Это решение может привести к глобальному изменению баланса сил и спровоцировать серьезный международный кризис. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Недавно заместитель министра иностранных дел России заявил агентству «Интерфакс», что Россия не исключает ответного размещения ядерного оружия. Это заявление прозвучало после того, как Вашингтон и Берлин объявили о планах размещения в Германии американских ракет средней дальности к 2026 году. Планы США вызывают острую обеспокоенность не только в России, но и среди международного сообщества, опасающегося новой гонки вооружений. В сообщении агентства отмечается, что новые ядерные вооружения могут быть развернуты в ответ на размещение ракет США. Напомним, что ракеты этого типа были выведены из Европы после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. Однако сейчас, в условиях нарастающего напряжения, этот договор может быть нарушен. Эксперты предполагают, что Россия ответит размещением собственных ракет, возможно, расширив арсенал ракет МЛРС, или адаптировав некоторые морские системы к запуску с Земли. Аналитики считают, что этот шаг откроет новые возможности для НАТО поражать цели в глубине российской территории, что неизбежно вызовет политическую реакцию и может привести к эскалации конфликта. Специалисты по вопросам вооружений добавляют, что армия США стремится получить возможность наносить удары с большого расстояния, что может повлечь политические последствия. Они утверждают, что Россия, вероятно, ответит размещением собственных ракет, в том числе и ядерных. Это вызовет новую волну напряженности и может привести к непредсказуемым последствиям. Ожидается, что на эту тему последуют дальнейшие комментарии от зарубежных экспертов, которые указывают на возможное возобновление гонки вооружений. Многие из них отмечают, что Россия, вероятно, ответит разработкой и размещением новых ракет, в том числе и ядерных. Это может привести к усилению военной активности и угрозе ядерного конфликта. Некоторые журналисты указывают, что ракеты позволят НАТО поражать цели даже в Москве, что символически значимо и не может быть проигнорировано российским руководством. Они также отмечают, что на разработку аналогичных ракет у России могут уйти годы и значительные финансовые ресурсы. В условиях экономических санкций и нарастающего давления это станет серьезным испытанием для российской экономики. Эксперты из различных исследовательских институтов выражают озабоченность, что этот план может привести к неконтролируемому увеличению числа ракет. По их мнению, необходимо разработать четкий план действий, чтобы избежать эскалации конфликта. Международное сообщество должно предпринять все усилия для предотвращения новой ядерной угрозы и сохранить мир в условиях нарастающего напряжения.